Молоко сдавать будешь? Не знаешь разве? Не доится корова. Да не, я так спросил. Блин, 100 грамм. Сонь! Слыхал, какая история с Кулебяки не случилась, а? Слезы! Там одна баба вот так своему мужику похмелиться не дала. Ма, ну 100 грамм налей. А у ней было. Ма! Он ее умолял. Налей. На колени пал, умираю, говорит, Сонь, налей. Ее тоже Сонькой звали. А она ни в какую. Нет, и все. Он тогда раз налей. И готов. Ну, мама, рубить, мам, налей, малей. Она думала, что он шутит. А он всерьез. Скорая приезжает и говорит, налила б ты ему, милая, 50 грамм, и жив был бы человек. И это ж не все. Она теперь под следствием, и ее судить будут. Вот и отдохнет на Канарских островах. Что, проспала? Проспала, Генаха, проспала. Ты у него лучше спроси, куда он куртку девал, паразит чертов. Колька им новую куртку привез, кожану. И ворота мне навязьте обратно. Ах ты, лоб. Берись. Куртку скуда дел? Продал одному мужику за бутылку. Спирту? Водяры. Фу-ло. Да я зайду к нему вечером, заберу. Зайдет он. Курево есть? И самосад. Вот она, свидание с Америкой-то. Настоящий Арк Бернс. Колька-то где? Где, молится? Молится все. А мне что, пусть молится. Так, пускай молится, жалко, что ли. О.